Солнышко не видно, слякоть, скука, лень. Мы сидели дома в холодный мокрый день. Я и наша Салли сидели мы вдвоем. Я сказал, когда же мы что-нибудь начнем. Окошком дождик, мяч не погонять. Мы сидели дома, чем себя занять? Только что не можем сидеть. Нам совсем не весело на это все глядеть. И вдруг случился некий шмяк! О, этот шмяк аж в воздух нас подбросил. Мы взглянули и увидели на коврике его. Мы взглянули и увидели того, который кот, что в шляпе вот. Он сказал нам: вы сидите тут, чувак. Я знаю, на улице мокро, и солнечный свет исчез. Но дома найдем мы много чудеснейших чудес. Я знаю отличные игры, сказал нам кот. Я знаю новейшие трюки, сказал нам кот шляпе вот. А много отличных трюков могу вам их показать. Думаю, ваша мама не стала бы возражать. Я и малютка Салли совсем притихли, как тень. Мамы не было дома в этот день. Но наша рыба сказала: нет, гоните кота за дверь. Скажите коту, хоть и в шляпе он, что вам не до игр теперь. Его не должно быть здесь. Его не должно быть с вами, его не должно быть здесь, когда тут нет вашей мамы. Не бойтесь, сейчас, не бойтесь, ответил кот. Трюки мои безобидны, сказал нам кот шляпе вот. Отчего бы нам не развлечься играю на ловкость лап, которую я называю рыбонькой. А-па-па! Верни меня вниз! Кричала рыба. Это не смешно ничуть! Верни меня вниз! Кричала рыба. Падать я не хочу! Не бойся, ответил кот. Упасть я тебе не дам. Аквариум на зонтике держу высоко, на мече балансируя сам. С книгой на коготке, с чашкой на шляпе вот. Но это еще не все, сказал кот. Взгляните на меня, взгляните сейчас, сказал кот. И чашку, и торт держу я на шляпе вот.
одну на другой. Две книги, рыбу под потолком, кораблик и на подносе бутылка с молоком. Да взгляните, я вдобавок скачу на мече. Пристал, и сам потрясен. Но это еще не все. О нет, это еще не все. Взгляните на меня, взгляните на меня, взгляните на меня сейчас. Весело быть веселым, я научил бы вас. Держу в равновесии чашку, торт под нос молоко, зонтик и грабли, на которых аквариум с рыбой высоко. Несколько книг и кораблик с боцманом и притом. Ну-ка сюда взгляните. Я веер схватил хвостом, я скуку развею веером. Приступ и меч подведем. О нет, еще не все. О нет, это еще не все. Мя! Вот что кот прокричал и свалился с меча, мордой в пол он упал со шмятом. Он в воздухе не повис. Я и малютка Салли увидели, как все летит вниз. Наша рыба упала тоже, плюхнулась в чайник она. Она бормотала, ну как мне все это? Я не удивлена, эта игра не очень, сказала рыба нам всем. Мне все это не нравится, совсем, совсем, призовсем. Взгляни-ка, что ты наделал, сказала рыба коту. Взгляни на комнату эту, что тут творится и тут. Ты потопил наш кораблик, в торте он утонул. Ты весь наш дом взбаламутил и новые грабли согнул. Ты не должен быть здесь, когда тут нет нашей мамы. Убирайся из дома прочь, повторяла рыба упрямо. Но мне так нравится здесь. Нравится чрезвычайно. Кот в шляпе сказал в ответ рыбе, попавшей в чайник. Я не покину вас, я вам отнюдь не враг. И так, продолжил кот в шляпе, вот так, так, так. В знакомстве с новыми играми мы сделаем еще один шаг. Ловко юркнув туда-сюда, он как лис настоящий, этот кот в шляпе вот, втащил к нам какой-то ящик. Красный огромный ящик, заперт он был на крюк. «Взгляните, — кот говорил нам, — взгляните на этот трюк!» Затем он вскочил на крышку и шляпу приподнял вот. Игра называется «Веселье из ящика», — сказал кот. «В этом ящике есть две штучки. У них особый талант. Вам понравятся эти штучки», — сказал и поправил бант. «Я поднимаю крюк. Будет сцена для вас нова. Две штучки я их называю. Штучка раз и штучка два. Штучки любят веселье, они не укусят вас». И вот из ящиков вышли штучка два и штучка раз. Они подбежали к нам, спросили, ну как дела? Хотите пожать мне ручки, штучки раз и штучки два? Я и малютка Салли забыли вдруг все слова.
мы молча пожали ручки, штучки, раз, три, штучки, два. Пожали мы ручку каждой, но рыба сказала нет! Этим штучкам не место в доме! Гоните прочь этот бред! Их не должно быть здесь! И никогда нет вашей мамы! Гоните, гоните их прочь! Ковяла рыбу прямо. Эй, не боись, рыбешка! Кот шляпе ей отвечал. Эти штучки славные штучки, и похлопал их по плечам. Ручные, совсем ручные, им играть никогда не лень. Они вам подарят радость в этот мокрый-примокрый день. Сейчас начнется их любимая игра, сказал кот. Они обожают запускать воздушных змеев, сказал нам кошка пилот. Нет, только не в доме, ворчала в чайнике рыба. Запуск воздушных змеев в доме, о нет, спасибо. Эти змеи нам все тут шляхнут, будут сталкиваться совсем. Ох, мне это не нравится, совсем-совсем не совсем. Увидели я и Салли двух штучек бег по квартире. От их змеев воздушных шмякалось все как мишени в тире. Шмяк, брях, звяк, шмяк! Гремело по всей квартире. Штучка два и штучка раз. Бегут вверх вниз все быстрее. Взлетело мамино платье вслед за одним из змеев в белый розовый красный горошин. Новое мамино платье змей второй круг с разлету шмякнул спинку ее кровати. Штучки да ручки по дому носились со звяком, шмяком и брягом, приспоком и шандарахом. Подобный каким-то бякам. И тогда я сказал, мне не нравится их забава. Если бы это видела мама, о, что бы она сказала. Рыба пискнула, ох, смотрите, и вздрогнула, как во сне. Ваша мама идет обратно, вы слышите или нет? О, что она с нами сделает, что скажет, вернувшись в дом? Ох, как ей не понравится найти нас в виде таком. Ну, сделайте же что-нибудь, сказала рыба. Вы слышите или нет? Ваша мама уже поблизости, я вижу ее в окне. Ну, как можно скорее, придумывай, голова, как немедленно избавиться от штучки раз и штучки два. И вот, быстро как мог, я схватил свой сачок и сказал я, этим сачком, хоть сверху, а хоть бочком, пусть ветутся они волчком, я накрою их этим сачком. И я опустил сачок, раздался эдакий хлоп, попались обе и замерли, как по команде стоп. Тогда я сказал коту, теперь будет все честь по чести, упаковывай свои штучки и проваливай с ними вместе. Эх, ребята, вздохнул кот, не по вкусу вам наша жалость. Эх, ребята, какая жалость, какая жалость. Какая жалость, запер штучки свои в красный ящик на крюк, и ушел от нас кот
пряча взгляд полный мук. Право, крикнула рыба, он изгнан, так-так. Но ведь мама придет и найдет кабардак. Кабардак так велик и высок, и глубок, что и знать никто прибрать бы не смог. И вдруг возвращается кто? Мама? Нет. О, неужто кот? Не бойтесь, что все вверх ногами, сказал нам кот в шляпе, вот я игрушки держу в порядке, такой у меня закон, так что вот вам, друзья, еще один отличный аттракцион. Чудо-уборку. Он подобрал кораблик, и торт, и веер, и платье, и выпрямил наши грабли. Поднял книги с подносом чашку, он замел все следы игры и нежно вернул в аквариум прекраснейшую из рыб. Он все положил на место. Затем он сказал нам: вот и наш дом, покидая, шляпу приподнял гор.